Ну, люди ждут канал Детинец. Подожди. Позвоните, спросите. Так, махни белой тряпкой, мы начнем. Добре, тоді прошу виключити мобільні телефони всі, дабы не мешати. На беззвучний можна. Шановні друзі, на сьогодні прес-конференція громадських активістів, які розкажуть про початок брудної кампанії проти громадських лідерів. Будь ласка, слово Павлу Глабі. Андрій Галаб, пробачте, будь ласка. А ми узнали нове ім'я. Вже ім'я спів. А, в общем, да, ну мы как бы все вместе представляем народный контроль, я думаю, это в принципе все знают. А, хочу начать с того, что действительно сейчас против нас началась целенаправленная кампания по дискредитации общественных лидеров. Это при том, что, ну, хочу сказать, что мы же не депутаты, не какие-то чиновники, чужого казну не разворовывали и так далее. Но при этом на нас действительно идет целенаправленная кампания. Прежде всего, заказчиком этой кампании выступает Владислав Трошенко. Конкретно проходит это все через канал Детинец. Мы это все видели, например, как явно заказные показывают ролики, в которых называют нас псевдоактивистами и так далее. То есть, кто был, вот, когда мы начинали пикет постоянный в городском совете, видели, как журналисты их явно вели неэтическое поведение, то есть вместо того, чтобы показывать какую-то объективность, хотя бы делать вид этой объективности, то явно была цель как-то скомпрометировать и дискредитировать наше движение. То есть еще, но как бы апогеем всего этого является то, что вчера на интернет-изданиях, таких как From.ua и Ukraine Name, появилась очень интересная статья, который называется «Сепаратистский реванш коммунистов в Чернигове», где появилась вот такая вот Черниговская республика, значит, в которой рассказывают, что мы тут коммунисты, сепаратисты и так далее. Но самое интересное, это то, что вычислили IP, с которого пришли вот эти объявления. Так вы знаете, где находится этот IP? Вот IP номер, пожалуйста, можете записать, если кому интересно, можете поверить. 46.149.84.114. Этот номер находится в телеканале «Детинец» и принадлежит Александру Ломаке. Вот такая вот информация. То есть сейчас у нас налицо, как видите, реальный сепаратистский сговор, но только уже с другой стороны. Со стороны Владислава Трошенко и Александра Соколова. Потому что обратно-таки вспомним, что тот же Соколов, например, год назад поздравлял и жителей Пскова с днем города, значит, это Псковская дивизия и так далее. А сам господин Трошенко, вспомним, как голосовал за законы диктаторские, да, значит, как не хотел признавать Россию агрессором. То есть сейчас налицо у нас действительно сговор с целью того, чтобы реванш регионалов. И, ну, то есть сейчас вот такая ситуация происходит. Дальше еще хочу сказать в отношении того, что еще пытаются на нас сказать, что вот этих ребят, которые, ну, вы все видели, которые участвовали с нами, это действительно активисты народного контроля. Это ребята, которые с первых дней были на Майдане, которые принимали на себя серьезный удар и защищали людей. И когда было вот в Чернигове штурм администрации, они тоже стояли там в первых рядах. Более того, хочу сказать, например, вот рассказывали там в отношении там Игоря Петрова, да, что это все на самом деле неправда в отношении того, что по нему были, значит, криминальные дела возбуждены в отношении вымогательства. Это все неправда. Это они, очевидно, взяли какого-то другого товарища. Более того, я хочу сказать, например, тот же Игорь Петров, он действительно активист, который все время был на Майдане. Он активный волонтер, активно помогает участникам АТО. То есть люди действительно занимаются этим постоянно, но не пиарятся на этом. Не рассказывают и не ходят. Они просто помогают людям. Это действительно активисты народного контроля. А что вы хотели? Основной актив должен быть молодые люди, правильно? А не бабушки. Конечно, пенсионеры, которые нас поддерживают, это все очень хорошо, потому что, но они же не смогут постоянно заниматься. Ну, у нас же не Россия, не Путин, который заявлял, что у нас вначале пойдут женщины и дети, а потом пойдут солдаты. Да? У нас ситуация другая. У нас, прежде всего, вначале идут защитники наши, которые, ну, активисты народного контроля, и только они берут первый удар на себя, а потом идут бабушки. Если бы не было этих товарищей, то вообще бы неизвестно, что было бы завтра.
Да, только когда вот сессия была, разогнали бабушек, пораспихивали, вот как Соколову тогда. Порасталкивал, да и все. То есть, вообще, какой интерес, на самом деле, господину Отрошенко против нас выступать? Почему это все происходит? Ну, начнем с того, копнем историю в отношении облтеплокоммунэнерго. Все знают, что хозяином этой конторы является некто Максим Городний. Более того, я вам скажу, что этот Максим Городний – это тоже бизнес-партнер Владислава Отрошенко. И сейчас то, что у нас 18 котелен стоит в городе, это все потому, что им это выгодно. Действительно, они за этим стоят. И от того, что мы подняли вопрос о том, чтобы вернуть коммунальную собственность котельни, поэтому мы наступили им на хвост. И вот начали зашевелиться. А сам, кстати, нам уже звонили вчера, после того, как появились эти публикации про ЧНР, Владислав Отрошенко бегал по администрации президента, рассказал: смотрите, что творится в Чернигове, посмотрите, что делается. Вот, и поэтому сегодня, я вам скажу, горсовет согнали милиции, кого только можно, с собаками даже приходили, и СБУ, и кого там только не было сегодня. То есть, потому что он там пошел, он рассказывал сказки. А реально, главное, сепаратисты это они. Вспомним, как тоже Золотой Батон. Все знаете, чей Золотой Батон, да? Золотой Батон подарил Януковичу господина Отрошенко. Там даже бирочка была на нем, что Владислава, с повагой Владислава Отрошенко. Потом, после того, как... Куда же пропал Батон, вы же думаете? Он же не просто так, его же не украли. Это ездил Владислав Отрошенко туда, с чемоданчиками денежек, и выкупал этот Батон, чтобы он нигде не всплыл. Вот так. Это просто не показывает. Да. То есть... То, что реально, реальная информация. И сейчас реально идет настоящий сепаратистский говор. То, о чем я говорил. И более того, хочу сказать, что сейчас идет огромное давление на правоохранительные органы, на милицию, на прокуратуру в отношении того, чтобы по нам возбудили уголовные дела. Хотя, естественно, возбуждать их нету статьи такой. Потому что, например, мы приходили писать пояснения. Все приходили. Я спрашиваю начальника следствия, у следователей. Говорю, назовите мне, по какой статье вы нас привлекаете. Вы возбуждаете уголовные дела, вы вызвали нас давать пояснения. Назовите уголовную статью. Мы не знаем, у нас, мы не можем определиться, то ли хулиганство, то ли еще что-то. Им нечего нам предъявить. Но тем не менее на них давят. И идет указание с областной администрации. Отрошенко названивает всем и говорит, что надо их наказать, надо их наказать. Соколов уходит, надо их наказать. Может, надо наказать этих сепаратистов, которые реально, регионалов, которые пытаются сейчас восстановить свои силы и восстанавливают. То есть, я вам скажу так, что если и дальше будет такое происходить, мы просто-напросто вообще планируем на следующей неделе поехать в администрацию президента, собрать пикет и будем пикетировать там. До тех пор, пока, в конце концов, если не могут, нету политической воли, то надо, я считаю, что надо надавить на президента. Пусть со своей стороны сверху наказывают своих... А то получается как? Отрошенко назначает курировать область. Регионала курирует область. Ну, это вообще, я не знаю, полный беспредел, по-моему, творится. И так я вам скажу, что то, что сейчас происходит, такого не было... Никакие времена, ни при Януковиче никогда. Чтобы просто так пытались дела шить непонятно на каких основах. Когда люди выходят за себя, выходят за те вопросы, которые их интересуют, а власть просто-напросто их игнорирует. И для того и пытается всячески заткнуть всем рот. Ну, возможно, кто-то еще дополнит. Ну, я хотел бы, Олександр, хотел бы нагадать, как раньше мы рік назад піднімали питання тарифів, ви знаєте, ходили так само по зустрічам, їздили навіть у Прилуки, де нас побили. До речі, так ніхто нічого не розслідував, зависла ця справа. А коли ми заблокували роботу міської ради, до речі, і зараз, коли ми розблокували роботу міської ради, вже зараз іде дерибан грошей. Знову розглядується земельне питання. Нікого не цікавить лікарня, нікого не цікавить гроші, які винні людям, їх цікавить тільки земля. І одна сесія за іншою повторюється, чому і стало питання тарифів. Реально, виходить Соколов і каже, що я кварплату піднімати не буду. З іншої сторони, канал Дитінець показує, що Соколов не впливає на ЖКХ. Ну якщо Соколов заявляє, що я не буду піднімати кварплату, як він так може заявити? Значить, він вирішує ці питання. Одне другому суперечить.
Я хочу сказати одне, що ми не ангели, однозначно у кожного якісь недоліки. Але ви пойміть, перед ним журналіста, я думаю, що це вже, ну, давайте скажемо, край робити із громадських лідерів сепаратистів, ті громадські лідери, які відстоюють простих людей. От реально ЖКХ і зараз тарифи – це питання номер один для всіх, без, і без різниці. Чи це, як кажуть, міняли, чи це не міняли. Ми ж не можемо, ми ж паспорта людей не питають. Є силовий блок, є люди, які нас підтримують, які повірили нам. Вони будуть з нами. І всі побачили, що ми можемо лобіювати питання простих людей. І ми не з'їдемо, буде там цілодобово, скільки треба, стільки не буде, поки нарешті не доб'ємося ми і тарифи не переглянемо. Рік ми цим займалися, і так зараз на тормозах ми не спустимо. Є перші якісь кроки, перші якісь результати. Це добре. Але все одно основне – це лічильники на тепло, на газ. Основне – те, що касається простих людей, які не можуть платити ці тарифи. Я добавлю. Может, я, Анатолий Пион, общественная организация, я еще представляю Дистала. Может, где-то повторюсь в словах Сашей, но в первую очередь хочу заявить о том, что был Майдан, я тоже присутствовал и в Чернигове на Майдане, есть видео, и присутствовал в Киеве на Майдане. Со своей личной инициативы я не ездил под чьими-то флагами, я считаю, общественники, они должны сами проявлять свою инициативу. Вот. И основная задача любого общественника, общественной организации – показывать те проблемы, которые поднимают наши люди. Вот. И мы уже год назад объединились и подняли глобальную проблему в Чернигове, да и всей Украине – это тарифы. Я думаю, ни для кого не секрет, зайти в любой транспорт на улице, люди постоянно возмущаются и обсуждают в первую очередь этот вопрос. И настало время, когда… Я считаю, все должны объединиться, и политические партии, и общественники, и бороться с действительно теми проблемами, которые существуют у нас в том же Чернигове. Выливается каждый день порция грязи на людей, которые в политике никогда не были. Я, например, ни в одних выборах никогда не участвовал, и в политических каких-то предвыборных кампаниях тоже не участвовал. Поэтому говорить о том, что в нашей команде уголовники, регионалы и как там еще... Нас коммунисты. Коммунисты. Вот. Я лично ни в одной партии никогда не участвовал. Ну, вот. И в первую очередь хочу добавить, что, наверное, должны подключиться независимые СМИ. И тогда, когда нас называют маргиналами, так, наверное, нужно дать объективную оценку тем видео, которые показывают действительно маргинальные СМИ. Вот. И задействовать такие рычаги влияния для того, чтобы... хоть где-то найти какой-то минус и это показать. Спасибо. Я ще хотів би продовжити цю тему. Хотів сказати, що в нас партійців немає, ми скільки раз наголошували на цьому. Була у нас одна Іуда, яка попала, один Іуда, який случайно до нас попав, це випадково, чоловік Вадим Антошин, який при першій нагоді перебіг на сторону влади і зараз приводить по різним питанням, болючим, прикриваючись нашим авторитетом, збирає людей і цих людей виводить, от як зараз по лікарні, проти нас. От це Іуда, яка зрадила перше, тільки дали йому посаду громадську якусь, вже він перебіг на іншу сторону. Крім цієї Іуди, в нас не було людей, ми зараз дружні, як ніколи. Ніхто не бігає по яким партіям, ми об'єдналися у ім'я тільки одного. Довести питання тарифів до кінця. Дякую. Якщо є питання, я заходив на ці інтернет-публікації, зараз їх уже немає. Куди вони ділися? Як вам вдалося? Значить, це під давлением общественности, то есть ми обращались на ці портали з просьбами, щоб їх поудаляли. То есть, ну, естественно, люди прийняли сторону адекватності і цю публікацію дали. Ну, сам факт того, що пытались тематику качати, це теж ж, це замалчувати нельзя. То есть то, что пытаются такую тему раскачать. Видите, даже этот сделал лишь флаг. Это же, наверное, Ломака не поленился, же сам нарисовал, наверное. Значит, понимаете? Да, я... Или дизайнера там нанял для этого дела. Я хотел бы еще добавить, что, наверное, существует целая команда ботов, которая, ну, очень быстро вот эту статью разместила в комментах под каждой статьей, которая была там написана о нас или о наших акциях. Очень быстро это было везде размещено, ссылка на вот такие вот статьи.
Будете ли вы обращаться в правоохранительные органы по этому поводу? Однозначно. А почему вы тогда попросили убрать с сайта эти публикации? Это же было прямое доказательство. Зафиксировано. Ну, это процесс это зафиксирован, нет проблем никаких. То есть, ну, факт зафиксирован. Да, да, конечно. И особо прикро, что перед одним журналистом такий. Журналіст відомий і раніше, ви знаєте, в опорі був Олександр Собака, Олександр Ломака, понімаєте, займається такими провокаціями. Ми знаємо, кому це Ломака служить, ми прекрасно понімаємо. Ну, вибачте, це вже край, ми не будемо цього терпіти, це межа. Оператора условно подарила майдан недорого. 50 тисяч абонентів. Чи мають різні IP-адреси? Як ви вирахували? Ні, телеканалу. Телеканалу Дитинець. Именно телеканалу Дитинець. Не основи, которые это, а именно телеканал Дитинець. Который находится... Технично все може... Ну, у нас есть технические специалисты, которые это все... Які про IP-шники вміють визначити знаходження. Ну, ниже там... Ну, це ж не проблема, що ти говориш. Будь ласка, ще питання. Чи є ще питання? Якщо немає, нічого додати вже. Дякуємо вам за те, що відвідали нашу конференцію. Зараз я пропоную перейти до неформального спілкування. Всім спасибо. Дякую, що прийшли.